вот одно из единственных предприятий, которое работает. Может быть, РТР там тоже самое работает. Но сложно сказать о других предприятиях. Я просто хочу сказать, что у меня дочь, которую я в течение 3 месяцев не могу устроить, ну куда-нибудь хотя работать. Что это за труд? Что, к чему это все ведет? Ну и зарплата. Конечно, хотелось бы, чтобы зарплата была в зависимости от тех, от той корзины, которая постоянно растет. Зарплата пока не растет. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы были сильны, чтобы мы сплачивались, чтобы мы все-таки победили.